Компания Cadillac запустит российские продажи новых Tahoe и Escalade в начале лета 2021 года. В начале этого лета на российский рынок выйдут два больших внедорожника от концерна General Motors. Речь идет о новом поколении Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Напомним, мировая премьера нового, пятого по счету поколения Cadillac Escalade состоялась в феврале 2020-го. В середине года стартовало его серийное производство на заводе в Арлингтоне, штат Техас. Внедорожник построен на новой платформе с независимой задней подвеской, а среди технологических фишек можно отметить 38-дюймовый изогнутый OLED-дисплей на передней панели с разрешением 4К. А взамен традиционного рычага автоматической коробки переключения передач у внедорожника появится электронный джойстик-селектор, расположенный на центральном тоннеле. Кроме того, впервые для Escalade доступна пневматическая подвеска, дополняющая адаптивные амортизаторы Magnetic Ride. На первых этапах новый Escalade будет доступен в России с V8 рабочим объемом 6,2 литра мощностью 426 лошадиных сил. Позже у наших дилеров должна появиться и невиданная раньше модификация с 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 281 лошадиная сила и максимальным крутящим моментом в 623 ньютон-метра. Старт продаж намечен на июнь текущего года. Ближе к делу объявят цены и комплектации. Одновременно с новым Escalade у дилеров должен появиться и соплатформенный Chevrolet Tahoe пятого поколения. Технические внедорожники во многом унифицированы, в том числе и по шасси. Однако отделка и оформление салона у Chevrolet немного попроще, а бортовую электронику и вовсе можно назвать консервативной. Аналоговая панель приборов и скромный дисплей мультимедийного комплекса. Соблюдена субординация по части силовых агрегатов. На старте продаж новый Tahoe будет предлагаться в России с 338-сильным V8 объемом 5,3 литра. Трансмиссия во всех случаях будет одна. Это 10-диапазонный автомат и полный привод с межосевой муфтой и понижающей передачей. Кроме того, руководство концерна изучает возможность вывода на авторынок России своих электрических моделей на новой платформе Ultium, недавно представленных GMC, Hummer EV и Cadillac Lyriq.